Европейская программа, впереди новые группы, много всего интересного. И прямо сейчас мы встречаем на паркете судейскую коллегию. Татьяна Антипова, город Минск. Наталья Бабич, Минск. Екатерина Бурдинская, Витебск. Снежана Голосова, Минск. Виктор Иванов, Брест. Оксана Киреева, Минск. Артем Козыра, Минск. Виктория Лежнева, Лида. Егор Мальцев, Минск. Артем Мирончик, Минск. Ольга Порецкая, Минск. Сергей Подкас, Заславль. Светлана Сатырева, Гомель. Виталий Симонов, Минск. Дмитрий Сотников, Минск. Анна Старикович, Минск. Ольга Хомутовская, Витебск. И главный судья соревнований Александр Леонтьев, город Минск. Ну что ж, друзья, по традиции всем участникам легкого паркета спортивной удачи, судьям легкого судейства, ну а зрителям хорошего настроения. Под ваши аплодисменты, судейские коллеги готовятся к работе, участники готовятся к соревнованиям, и мы начинаем второе отделение турнира «Огни столицы 2020».